И вот захотел себе купить кобелечек. И вот 3 часа ночи, ночь с воскресенья на понедельник, и подставляет меня родной магазин Олди. Не дает купить. Кнопка не работает. Полез я, значит, разбираться. Ай-яй-яй, не влезает все. Ошибочки тут какие-то. Ой, а где все? Где текст? Причем ошибок все больше и больше. Ну такие косяки очень. Короче, очевидные. Фотографии нет. Логика не отработала как положено. Просто не предусмотрели, что может не быть фотографии. Из-за этого, значит, скрипты не отработали как положено. В общем, грусть, печаль получилась. Я просто не могу купить кабель. Так бы я уже добавил в корзиночку. В 9 часов подошел в кассу и купил. А так вот, придется звонить прям с утра. В спешке все это делать. В общем, не айс. Но как я мог мимо пройти-то, оставив эту ситуацию? Так же нельзя. Надо добить. В общем, посмотрел я скрипты. Ничего не понять. Ничего не отредактировать. Сложно воспроизвести. Даже если исправить ошибки. Пошел более простым путем. На других товарах, где есть картинки, здесь все работает нормально. Поэтому поступило слегка иначе. Wireshark мне понадобится. Будем слушать. Прежде чем слушать, я вот забыл показать вам, как эта вся байда работала. Здесь вот есть event на клик, ссылающийся на вот этот вот div. А этот div, как раз этот блок, относится к кнопке. Вот он, 4, 8, 8, 8, 19. Вот он, 4, 8, 8, 8, 19. То есть скрипт где-то там отработал и создал этот event. Это событие, обработчик события. А вот здесь такого обработчика нет. Вот, вот. Надо попытаться как-то без него обойтись. Собственно, как я поступил. Wireshark. Нет, нет, забыл, опять забыл. Почему я в Wireshark полез? Посмотрим в event. Много всего. Много-много-много-много. Пурги и тому подобного. Но где-то тут, все анализируя, я увидел, что он как-то обрабатывает... А, во, как я увидел. Я еще посмотрел, какие куки есть. Относящиеся к Олди. И здесь не нашел ничего, что могло мне указать на то, что товары, которые добавлены в корзину, хранятся у меня локально. То есть они хранятся у них в сессиях, там в базе. То есть, просто вписать в куку что-то я не могу. Мне нужно было другое решение. Вот, собственно, я его и искал. Так. Снифер мой любимый, поехали. Добавляем в корзинку. Хдыщ. Что произошло?
Ничего не произошло, да? В корзинку мы добавили. О, теперь добавилось. О, верю. Смотрим, что тут прибежало. Прибежал вот такой вот запрос. Вот потом в конце пруга какая-то, она мне нафиг не нужна. Значит, айдишник 233707. А тут другой. Я видел уже айдишники, что здесь другие. Видимо, это какое-то объединение между Битриксом и их внутренней базой. Битрикс чисто внешний, это магазин держит. Еще внутренняя база есть, видимо. Вот внутренняя живет по айдишникам, вот этим вот. А битриксовская, видимо, вот по этим. Собственно, вот этот айдишник здесь отсылался. Вот эту URL я сохраню. И посмотрю, какой айдишник вот здесь вот живет. 50, 56, 97. Вот. Отработал, добавилась корзинку. Теперь я просто еще раз открываю корзинку. У меня здесь заветная позиция есть. Я убираю нафиг коп, потому что мне не нужен был. Вот так. Чтоб было. И вот теперь уже можно оформлять заказик вот с этой вот позиции. Вот. Починили. Радуемся жизни. Спасибо за внимание. Спокойной ночи.